Новая волна протестов из-за кризиса беженцев в Европе. В немецком Эрфурте 5000 сторонников консервативной партии «Альтернатива для Германии» вышли на улицы с требованием отставки канцлера и правительства. Им навстречу выдвинулись идеологические противники под лозунгами «Беженцы, добро пожаловать!», но было их в 10 раз меньше. Обстановка накалялась, и полиция с трудом развела обе толпы. Митинговали накануне и в Греции, на одной из центральных площадей Афин. Вынесли транспаранты с надписью «Из-за беженцев мы теряем работу». Горожане недовольны тем, что переселенцы отказываются жить на Олимпийском стадионе, который власти приготовили специально для них. Мы больше не можем ходить по площадям и улицам, они все замусорены, возможно, сюда занесли болезни, и вся эта бедность и запущенность только на руку торговцам наркотиками и людьми. Это уже кадры сербско-македонской границы. Обстановка там снова накаляется. Каждый день переходит до 2000 беженцев, но гигантские очереди от этого не уменьшаются. Едва не доходят до потасовок. Добавлю, что согласно прогнозам, к концу года в Европе окажется не менее 700 тысяч беженцев.